Есть еще одно интересное место. Называется оно Boys Organic Coffee. Говорят, что здесь очень крутой кофе. Месту этому, наверное, больше 5 лет. Света, чем хорошо это место? Скажи, пожалуйста. Все его хвалят за вкусный кофе. Все его хвалят за вкусный кофе. Давайте посмотрим на ценник. Допустим, капучино, сингл 60, дабл 110. Есть еще арабика, чай. Можно купить кофе под их брендом. Так, я чай вижу. Вот кофе. А вот и кофе. И мед. И мед даже у них есть. Интерьер очень интересный, видно фотографии короля. Тут можно присесть. Кстати, можно и на пляже попить кофеек, если, допустим, вы хотите холодный попить. Открывается вид на Комацун. Вот нам принесли кофе. Я взял Вена, а Света взяла Пибари. Я пробовала только что оба вида кофе, и Вена мне показался более таким, более насыщенным, более яркий вкус. А у Пибари арабика он более какой-то нежный, мягкий, но мне больше нравится Пибари, он более нежный. Заезжайте, пробуйте кофе в порядке. Еще одно замечательное место, которое стоит знать. Находится оно недалеко от Раджа Ферри. Как выезжать из Раджа Ферри, повернуть налево и проехать метров 50-100. Батчери, брекфаст, пицца, ланч. Здесь очень хороший выбор мясных каких-то блюд. Можно купить колбасы, фарш. Здесь есть немецкое пиво, классное кофе. В общем, это отличное место для завтраков и для обедов. Кстати, время работы. С понедельника по субботу с 9 до 4:30, в воскресенье закрыты. Мясоедам здесь очень понравится, потому что мясо очень хорошего качества. Давайте возьмем меню, полистаем, что здесь есть. Ну, например, надо обратить внимание на Эрдингер 190. Здесь есть он. Хорошее пиво, нефильтрованное, немецкое. Называется заведение Navi Butchery. Попробуйте здесь кофе, бургеры, а также салат, картофельный салат. С вами был Лев с компанией About Some Way.